Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в 7 Days to Die. В прошлой серии мы тут переночевали в каком-то домике, у нас 13-й день, да, еще до прихода Орды у нас есть время. Полутали этот домик, и самое-самое важное, что мы нашли, это рецепт стальных инструментов. Стальные, прочные, крутые инструменты. Так, где наше... вот окно, через которое мы заходили. Через него же мы и выйдем. Вот, и что у нас, что мы имеем? Давайте посмотрим по карте, мы очень где-то далеко, и пойдем мы по прямой, как я уже говорил в прошлой серии, мы путь уже наметили, по прямой через всю эту дурацкую пустыню пойдем к нашему поселению, немного, может быть, покопаем камня того же, да, смотрите, как у нас киркой этой камень быстро добывается, просто фантастика, камень и... металл. Я себе инвентарь немножко почистил, места больше у нас стало, поскрапал там всякий хлам, даже эту решил скрапнуть, как она называлась, мотыгу нашу, да, ну не нашу, которую мы нашли, фиолетового хорошего качества, потому что она не нужна, она действительно не нужна. Там и простого качества пойдет, пару грядок себе сделать и в шкаф ее положить, чтобы она... Не это сильно. О, вот кукуруза это хорошо. Кукуруза это единственный продукт, которого у меня еще нет. Я с удовольствием возьму кукурузку и посажу ее. Так, тут тусня какая-то. Давайте посмотрим, что вот в этом лагере. Я в лагере в этом не был. Еще ни разу. Упс. Как-то он повернул куда-то. Что ж ты ходишь так, поворачиваешь? Как-то непонятно. Иди прямо на меня. Ну что ты кругами ходишь, а? Зараза. Так, хлоп, хлоп. Головы лишился циклоп. Так, и еще один. Давай, давайте мы, наверное, его убьем, толстяка этого. Сейчас, правда, еще, наверное, кто-нибудь подтянется. Блин, что ж, промазываю-то, а? Кто-то где-то стекло бьет. Два толстяка у нас здесь. Да ну что ж такое? Это вообще фантастика какая-то. Вроде раньше более-менее стрелял нормально, а сейчас что-то сбился мой прицел совсем. Ну, раньше. Так, кто-то у нас тут еще идет, да? Да. Есть такое дело. Блин, не хочется лутать вот эти палатки, пока кто-то здесь бродит. А, ну блин. Так, и лук надо новый еще бы скрафтить. Так-с. Чудесно. Оп-о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 п. О. Он взял и умер. Ни с того, ни с сего. Четенько в голову. Один удар, и все, и привет. У, медик. Медик я сразу кушаю. Жир мне не надо. Может, у них медик еще будет. У, лента липкая. Беру. Обязательно. Так, не успел я полутать второго парня. Но ничего, посмотрим, значит, что у нас тут есть. Пенек, наверное, не... О, этот нормальный пенек, но пустой. Ладно, неважно. Машина меня первым делом интересует. Беспонтовая машина какая-то оказалась. Так, стекляшки мне не надо. Это просто я понял. Окно. Так. Угу. Еще один медик. 12 урон. Пистол грипп вроде не надо. Мне говорили, ребята, что вот эти кровати можно разбирать... А, это матрас, это не кровать.
О, витаминчики я тоже сразу скушаю. Спирт. Вроде бы спирт и не особо нужен. Не хочется место занимать спиртом. Так, клей возьмем. Можно будет сразу сделать себе еще одну липкую ленту. Оу, мачете еще более качественные возьму. А этот скрапаем сразу. Вот это тоже берем, скрапаем. И пистолетный баррел тоже скрапаем, берем сразу. Так, ничего не открывается. Я бы стулья все бы забрал, конечно, но... На растопку. А то как-то дровами топить. Жаба, которая меня душит постоянно. Не дает топить дровами. Все, топаем потихонечку дальше. У нас небольшая обновка есть. Мачете, кстати, давайте посмотрим, какой у нее урон. 32 урона. Хорошо. Ой, что, места нет? Нет, места есть. А куда камень делся весь? Что происходит? Вроде места еще валом, даже слотик один есть свободный. Так, этот домик нам не интересен. Это камушек показалось. Ну как не интересен? В принципе, нам все дома интересны, но не хочется особо много времени терять на лутание простых домов. Хочет... Что происходит? Почему они подпрыгивают? У меня настолько крутая кирка, что она подбрасывает камни, разбивая их. И они ломаются, ударяясь об землю. Как-то так. Или просто они уже наполовину там раздолбанные. Нет, что-то с ними нет. Ну, наверное, это та же проблема, как вот и с сейфом была у нас. Когда мы долбили-долбили сейф, а он потом взял и просто провалился под землю вместе с блоками, которые под ним были. Вот этот камень нормальный. Адекватный камень вообще. Так, все, пошли потихоньку. Это еще одна точно такая же палаточка. Что у нас? 21 левел, понятно. Сколько очков я упустил? Порох. Блин, ну по одному, по два пороха носить как-то с собой не хочется. Хотя, подождите, давайте мы посмотрим, может я могу из него все-таки что-то делать. Порох. Рецепты, патроны к блондербасу могу сразу делать. А еще я могу патроны 9-миллиметровые, это к пистолету, правильно? 9-миллиметровые патрончики. Я даже не помню, когда я выучил этот рецепт. Так, там еще один домик, но этот домик такой какой-то не очень впечатляющий. И опять же, мы лучше пойдем дальше. Камни по дороге насобирав и металла. Металл нам сейчас очень пригодится, будем делать сталь. И плавить стальные инструменты будем. Кроме инструмента, ну по-моему только инструменты, да, у меня стальные. Рецепт мне дал. Надо будет посмотреть, что еще из самой стали делается. Может там какие-то, не знаю, тоже какое-нибудь мачете крутое можно сделать. Но я реально хочу какое-нибудь копье. Копье и щит хочу. Хочу ходить и ну, броня, ладно, броня есть, там всякое разное. Хочу щит такой большой, ну типа как полицейский, да? Чтобы защищаться от ударов зомби. И какое-нибудь копье, чтобы из-под щита копьем штрыкать. О, вот это то, что я хочу. Так, свинка там бегает. Но мы немного с пути сбиваемся. Свинка уже убежала все равно. Да и лутать ее нам особо некогда. Так, нам надо посмотреть сейчас. Да, мы немного ниже двинули. Надо все же чуть повыше брать. Сколько я юки насобирал? 33, нормально. Это мы практически на десяток... напиточков. Так, а кто? Ага, вон ползун, блин, вот эти пеньки.
Все время меня с толку сбивают. Я думаю, что это нормальный пень, да, который можно полутать. Еще один клей. Чудесно. Сразу делаем... Ой-ой-ой. Кактус. Гадский кактус. Пару дактейпов. Так. Пойдем дальше, наверное. Смотрите, там, по-моему, деревья есть с листьями даже. Или мне это кажется? Это галлюцинации, мираж. Нет? Это деревья? А, нет, это не листья. Это, такие деревья мы знаем. Обезболивающее. Но это на самом деле весьма неплохие деревья. Поскольку... нормально, да? Сразу куча просто дерева идет. А бонусом мы сколько получим? Те же 100, наверное, да? Те же 101. Просто дерево рубится в раза два быстрее. Так, там ничего не видать. Сколько мы дерева с собой унесем? Надо будет, наверное, шипов тоже еще наделать. Или проапгрейдить те, наверное. Ну, надо и наделать, и проапгрейдить. Шипов много не бывает. Так, сколько у нас? 1000 есть. И, да, слушайте, надо еще пару деревьев срубить, наверное, и все, мы готовы домой возвращаться. 2000 дерева нам хватит на какое-то время, чтобы и покрафтить, может, инструментов даже тех же более качественных. Ну, посмотрим. Так, главное, опять же, я спешу, и под дерево можно попасть, так и все. А, давайте мы юбку еще бахнем одну. Так, машинка. Надо будет еще камни пособирать по дороге. Это мы возьмем. Так. И какое-нибудь деревце здесь мы спилим. Вот этот вот маленький клочок выжженной земли. Такую атмосферу нам сделал. Такой звук сразу пошел. Как будто бы мы в ад попали. Так, зомби. Ты ж правда не успеешь добраться до меня? Пока я дерево рублю. Дай мне дорубить. Спасибо. Я просто пойду. 156 бонусного мы получили. Наверное, остальное просто не влезло в нас уже. Да? Да, 2000 дерева четенько набрали. Давайте посмотрим. Порох. Ну, блин, я порох готов выкинуть, если честно. Прям вот так вот сходу. Это что у нас? Что с тобой можно сделать? Рецепты. Мины, да? Ну, одна мина меня не спасет, если честно. Совсем не спасет, поэтому я даже не знаю, стоит ли брать. Ну, то же самое и три пороха мне тоже погоду не сделают. Так, все. Топор отложим. Нам он не нужен. Еще киркой немного поработаем. И мясо гнилое. Просто шикарно. Двигаем дальше на нашу меточку, на нашу назначенную цель. Такс, 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 такс. Перышки. Тоже неплохо, в принципе. Учитывая, что у меня сейчас пока нет никакого другого нормального оружия. Стрелы пока меня выручают. Ну, опять же, да, люди пишут, чтобы я блондербас сделал и не парился. Ну, вот что-то не хочется. Вот честно скажу, просто не хочется блондербас делать. Не нравится он мне. И ничего я с этим поделать не могу. Так, вон там вот еще один дом. Слушайте, это не тот дом, который... Нет, это еще не тот дом, но похожее место на... Где-то вот там было точно... Ну, не точно такое же, но похожее. А, тут совсем по-другому ландшафт, да. Еще зомбулька тут тусит.
В дом я даже не знаю, стоит заходить сейчас или нет. Там опять же будет пару зомби крутиться. И мне, чтобы зайти в дом, нужно будет с ними разделаться. Так, смотрим по карте. Вот этого места у меня на карте нет. Можно, значит, зайти, отметиться, скажем так. И посмотрим. Ну, это опять же, да, магазин какой-то и... А нет, смотрите, здесь что-то больше. Смотрите, там есть или полицейский участок, или, если нам повезет... Нет, это полицейский участок. Я уже не верю в библиотеку. Вот совсем не верю. Да, это еда. Магазин с едой. Не, ну, в принципе, чё, полицейский участок тоже неплохо, наверное. Две еды. Что мы можем выложить, чтобы взять две еды? В принципе, еда это неплохая. Я... немного проголодался даже, если честно. Так, городок еще дальше идет. Да, это опять же полицейский участок. О, там... А, нет, это трава. Мне показалось, что там шипы какие-то стоят. Думаю, что там шипы стоят? Спрашивается. Некуда взять. Блин, а здесь, смотрите, здесь колоночка даже рядышком совсем. Место вообще прикольное такое. Ну, давайте в полицейский участок мы зайдем, полутаем его. Сейф там все же есть. Хотя, на самом деле, я вот не видел... По-моему, ни разу я не видел готового оружия собранного. Раньше, по-моему, было собранное оружие, спавнилось периодически. Может, я ошибаюсь, может, я... Ну, это было, может быть, совсем раньше. Очень давно. Неправда. Так, мне что-то кажется, что там еще кто-то идет. Нет, никого. Там, ага, кто-то, да, двое еще. Ребят ползет к нам. Не успел подойти. Так, надо лук крафтить новый. Ой. Намазал совсем. Я уперся во что-то. Ну, блин. Все, она уже упала. Пусто. Что же вы такие скучные-то, а? Зомби. Блин, так, что, может мы тут немного потусим? Ну, блин, хочу домой вернуться и покрафтить каких-то этих стальных инструментов тех же. Поэтому давайте мы быстренько врываемся. В полицейский участок. Здесь у нас тоже, да, есть... Что мы можем... Блин, яйца. Вот чувствую, что мне вот эта штука для дробовика не нужна. Так. Интересно. Неинтересно. Так, смотрим, что у нас там. Кухня. Там вроде ничего полезного нет. А вот здесь может быть что-то интересное. Надо будет починить сейчас топор. Давайте мы сразу его починим.
410. Блин, я не обратил внимания, сколько у него качества было до ремонта. Так. Вот здесь есть, да, книжный шкафчик. Есть вот такая штука, которую можно тоже в бумагу переделать. Так, 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 закрывайся. Вот эту можно поскрапать. А, я такой скраб не беру, да? Пожалуйста. Ай, зараза. Просто зараза. О, еще три ленты липкой пойдет. Так, стол у нас... А, стол я не трогал, видимо. Или стол у нас из двух частей состоит. Ладно, неважно. Там у нас... О, открыто. Очки, 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 очки. Посмотрим сейчас. У меня покруче очки. Эти можно выкинуть. Можно было разобрать, конечно. Попробовать. Может, что интересного там получилось. Так, рубашка. Масло мы возьмем. Так, тут ничего. Там у нас туалет, могут быть, да, в аптечке. Могут быть, блин, ну не хочу, мне они в принципе не нужны сейчас этим. Химия никакая мне совершенно не нужна, поэтому лучше мы быстрее пойдем на второй этаж, полутаем. Что у нас в этих коробках? О, вот такие запчасти к Магнуму мы возьмем. У меня, по-моему, таких нету. Клей мы сразу в дактейп преобразовываем. Я не знаю, что, не помню, что там в этих коробках. По-моему, ничего не было. Я вот сколько не лазил, два раза, да, или сколько. И ничего, по-моему, не было в этих коробках. Но, может, что-то есть на самом деле. Я просто об этом не знаю. Так. Ага. У нас уже не вылазит маслечко. А маслечко хорошее на самом деле. Говорят, полезное весьма. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, на самом деле, тот же дактейп делать, эта штука полезная. Вот это вот. У меня есть баррели... Ага. В принципе, можно вот эти 7 выложить, я думаю. У нас есть 5 баррелей, которые весьма неплохо нам, наверное, прикрафтить, если мы рецепт найдем. Если мы найдем рецепт, то, думаю, там будет нормально идти этих штук. Так, вот это мы тоже выложим. Это нам не надо. Гвозди. Понятно, что тут, короче, всякие инструменты. Вот, вот. Я знал, что еще будет клей, поэтому... И ткань не выбрасывал. Так, кожа нам не нужна сейчас. Диваны бить не буду. Так, не туда пошел. Что там? Что там? Мне кажется, что там ничего. Тут тоже чемодан один. Ничего вроде интересного. Да, мы можем... Да ладно, через окно как-то. Эти блоки ставить, потом убирать их там, тем более их ставить неудобно. А ломать тут на самом деле не так долго нужно уже. У нас времени, смотрите, блин, уже нету почти. Видимо, придется переночевать в этом полицейском участке. Ну, посмотрим, не знаю, еще я не готов прям вот так вот. Так. Очечки, очечки. Защиту дают, но не охлаждают. Да. Делают ваш вид намного круче. Сейф. Основное, что нам здесь нужно, это сейф. С удовольствием полутаю сейфчик. И пойдем дальше по городу еще пройдемся. Может, если будет библиотека... Блин, надо было факел какой-то сделать. Точно. Может быть, костерок разжечь, да, и на ночь, если вдруг что. Так, хантинг райфл, пистоль, 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 магнум грипп.
Я не помню, есть у меня грипп или нету такой для магнума, но мы тут уже набрали 3 части магнума. Я не могу его сассемблить пока что, потому что у меня просто-напросто нету рецепта на магнум. Но ладно, я возьму. Я не помню, есть у меня дома или нет, но теперь уже это не важно. Пошли, короче, вниз. Вроде здесь больше ничего полезного такого нету, чтоб прям аж стоило бегать и лутать. Так, пойдем лучше дальше по городу пройдемся. Посмотрим, что это у нас магазин, да? Город еще туда идет, поэтому заправочка есть. Слушайте, этот городок получше, чем наш, поинтересней. Здесь, по-моему, больше всяких ништяков. Вот еще библиотека, если бы была, о которой я все время говорю. Цены бы ему не было, этому городу. Еще одна аптека. Кто-то ломится в аптеку. Так, ну мы пойдем дальше, вот в эту сторону. Там, по-моему, еще есть дома, тут свалка вон. Все, все в черте города. По карте посмотрим. Как-то так, да? Вот это полицейский участок, если я не ошибаюсь. Ну, его видно издалека, хорошо. Да. Библиотеки не будет. Все библиотеки где-то прячутся просто от меня. Просто прячутся. Жизнь боль, когда библиотек ноль. Так, ну город еще там дальше, дома еще виднеется. Может быть, что еще будет. Это магазин еще один. Блин, реально этот город покруче, чем наш. Магазин. Ну, с другой стороны, зачем мне магазины? Какой мне толк от этих магазинов? Хотя тоже там рецепты, наверное, какие-то могут быть. Так, да, ну, короче, больше ничего нету. Не надо двигать куда-то или дальше. Не, я могу что, посреди поля попробовать переночевать, если вдруг... Ух ты! Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Вот это нежданчик. Вообще такой нежданчик. Так, сейчас мы посмотрим, что это и с чем его едят, и то ли это, о чем я думаю. Так, болото. Да, наверное, пойду обратно в полицейский участок. Время к вечеру идет. Убедившись, что библиотеки здесь не видать, будем возвращаться. А может, не в полицейский участок, может, в какой-нибудь вот такой вот домик заглянуть. Ну, тут зомбарей много. Возле полицейского участка я уже вроде все расчистил. Если они там заново не заспаунятся и за мной не придут. Ну, там стены прочнее, там как-то надежнее, кажется, в полицейском участке. Люблю я его. Не могу я где-то ночевать. В другом месте, вон там зомби только что заспаунились. Приземлились как-то. Странно. Да, надо будет сейчас костерок, наверное, разложить. А жира у меня нету. Блин, чтобы свечки сделать или факел. Вот это... Плохо. Ну, в принципе, костерок тоже светить будет. А с другой стороны, мне и свет не нужен, я... Че, все равно я ночью альтабаюсь просто тихонечко и все, и не парюсь. Особо. Но нужно сейчас будет уже бежать домой на следующий день. Потому что следующей ночью, по идее, будет у нас нападение. А, я все лук еще новый не скрафтил никак. Да короче, ну на тебя. Мог бы жира хоть оставить чуток, но... Может, в мусорнике есть.
мусорнике бумага есть. Что тоже, в принципе, неплохо. Так. Тынц. Тынц. Тихо там. Все, я тихонечко иду себе на второй этаж, наверное. Там у нас на втором... А, еще есть, да, в принципе, пару мест, в которые можно было бы залезть, чемоданы полутать. Ну, такое, в принципе, дело. Особенно учитывая, что тут кто-то топает, то я как-то не хочу рисковать лишний раз. Но рановато еще спать ложиться-то, а? Что-то я рано пришел, да. Пойти по зомбям пострелять, что ли? А, я хотел, да, посмотреть вот что. Репейр. Так. Рецепты. Форлит. Хорошо. Ага. Нужно для фонаря. В принципе, разобрать машину, получить фонарь. Ну, у нас фонари дома есть, мы дома можем скрафтить сейчас особо. Особо. Все равно разницы никакой нету. Что так один валяется, что этот будет фонарь валяться. Но это такое. Как, что мне дальше с фонарем делать, я пока не понимаю. Или фонарь будет ассемблиться так же, как оружие. И надо посмотреть, как вообще мотоцикл этот крафтится. Так, ну хорошо, ребят. В принципе, мы нашли полезную часть. Мы нашли, да, три куска для магнума. Да, вот три штуки лежат. Ну и, в принципе, чё? И, в принципе, больше ничего полезного такого мы не нашли. Дерево несем целую кучу домой, что тоже, в принципе, неплохо. Шапку жалко выкинуть. Вот жалко прям вообще... А у меня, кстати, да, я забыл совсем. У меня же есть шапка, я могу шапкой светить. Как там фонарик включается? F. Во, да. И уже не темно и не страшно. Так, ну хорошо, ребят, все. Я на этом точно заканчиваю уже серию. В следующей серии мы бежим домой. Давайте посмотрим мы по карте, где. Мы уже практически дома. Тут совсем недалеко бежать осталось. И мы будем готовиться к следующей волне. Следующей орде, которая будет у нас на какой? На 14-й, на 15-й день, я не знаю. По идее, на 14-ю ночь, да, они должны прийти ко мне прям под мой дом, и поэтому я шипов вокруг него расставлю море. Вот, ну и будем как-то пытаться выживать, обороняться. Патронов у нас немного есть. Чё же рычать так? Под стенкой где-то там стоит и рычит. Патронов немного есть к винтовке, но тоже сама винтовка меня как-то не особо радует. Вот я как раз вспомнил, что лук я хотел скрафтить. Ну-ка, какого качества будет уже? 138. Хоть что-то. Потихонечку качество растет, и это радует. Так, да, все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся уже в следующей серии.